Сейчас я поменяю ваше отношение к суперфудам. Суперфуд – это продукт, который обладает уникальными свойствами за счет своего химического состава, входящих в него микроэлементов, витаминов, биологически активных веществ. Сразу в голову приходят такие продукты, как семена чиа, киноа, ягоды годжи. При этом ягоды годжи можно заменить отечественной ягодой кизил, которая по своему содержанию бета-каротина не уступает ягодам годжи. По содержанию антиоксидантов лучшим аналогом будет клюква, а по содержанию количества витамина С лучшим аналогом будет ежевика и апельсин. Семена чиа можно заменить отечественным аналогом семена льна. Они богаты омега-3 и омега-6 жирными кислотами, а также не уступают по содержанию клетчатки. Кроме того, семена льна являются хорошим источником витамина группы В, антиоксидантов, богаты различными минералами, таких как фосфор, калий, цинк, селен, железо, а также фитостеринов. Отечественный аналог киноа – это гречка. По содержанию грубых волокон и содержанию белка она ничем не уступает киноа. Также в ее составе большое содержание различных витаминов. Когда в следующий раз увидите рекламу дорогого суперфуда, задумайтесь, какой же аналог можно найти в наших широтах.